5 утра. Пошел уже 16-й час, как я высиживаю оленя, сменив уже 3 засидки. Порядком надоело, хочется спать, скучно. И тут еще эта наглая морда. Обычно свинья очень осторожна, всегда стоит в лесу на краю площадки и оценивает ситуацию. Она может предупредить об опасности, и тогда быстро слиняет все стадо. Свинья выходит на кормушку только вслед за сигалетками, если их не убили. Сейчас пытается найти что-то на пустой кормушке. Кстати, а почему она пустая? Ночью я не видел этого, было темно. Тихо передаю егерю по рации, надо бы корма подкинуть. Получаю положительный ответ. Сижу, смотрю на старание свиньи найти хотя бы что-нибудь. Замерла. Услышала машину. Свинья лениво засеменила на край площадки. А я уж подумал, совсем нюх потеряла. Подъехал УАЗик, хлопнула дверь. Егерь достал ведро и открыл кормушку. До свиньи долетел запах еды, пробудив в ней интерес и развернув пятачок в нужную сторону. Егерь двинулся на кормушку и сам не ожидая, что в природе встречаются такие наглые особи, кашлянул, чтобы ее спугнуть. Получилось. Прошло около минуты, как отъехала машина, а свинья уже воткнула свой пятак в свежую кучу зерна.
Охотник, я знаю, что ты в меня стрелять не будешь, потому что я одна стою как четыре подсвинка. Потому что если ты выстрелишь, тебе в этом охотхозяйстве выпишут волчий билет. Потому что ты воспитанный человек и не выстрелишь в даму. Ах, как вкусно! Что это? Свежая куча? Надо попробовать. Так, а это что? И сюда насыпали? Все сожру. Ничего оленям не оставлю. Да, и живее будут. Ой, фу, кака. Ну что тут скажешь? Свинья, она и есть свинья, хоть и называется кабаном. Эх, пожрала всласть, надо почесаться. Хорошо-то как. Но там еще не доедено. Прошло 5 часов. За это время свинья выходила поесть 4 раза, в перерыве купаясь в луже неподалеку. А потом вышла другая свинья, и от прикормки для оленей не осталось и следа. На этой охоте я провел 20 часов в 4 засидках. Все олени остались живы. Для тех, кто не знает, так выглядит самка кабана, свиноматка или попросту свинья. Отличительные особенности – длинное рыло, цилиндрическое тело, отсутствие горба в районе лопатки, сиськи, если сможете увидеть ночной прицел. Ее стрелять нельзя!